По-моему, пост ПВО какой-то рядом же ведь есть. Не знаю. Туда ли он летел, блин? Не знаю. Ну, он выходил распределительную станцию там, где там. Да. А там рядом и была, всегда стояла. Да? Машина там или что там, или был вообще уже стационарный такой. Не я знаю. Помню, там где-то рядом что-то. Ну, они дальнего радиуса действия. Проедет поближе к озеру. Да понятно, что... По этой дороге. Не, ну, сегодня народу будет мало, сказали, что это они прилетели с территории Украины. Встречная машина как раз там стоит. Но с территории Украины они прилетели? Конечно. Чтобы они там все сдали. Они поэтому... Группа. Это самое, пытаются изобразить, что это здесь. Угу. Значит, кто-то запустил. Ой, какие черненькие девочки. Симпатичненькие, не русские, совсем не русские, чего они сюда приплыли. Там машинка в кустах стоит, их, наверное, кто-то привез на экскурсию. Угу. Хорошо. Пусть приезжают всякие негритосы, их целый город у нас. Учатся и в мединституте, и в пединституте, ой, в педоучилище, и... Черт, везде. Там тоже машина. Ну что, мы же развернемся вон туда. Куда? На самый край, и там я ножки сплосну. Да хорошо. Угу. Если до воды доберусь. Ну хорошо, ну, сделали обзорную экскурсию. Можно здесь добраться. Угу. Если хочешь, можно туда. Не, здесь я не доберусь. Здесь очень крутой берег. Обрыв. Не хочу. Пляж пустой, только негритоски, девчонки здесь отдыхают. Ну, вот эти наши смоляне, БМВшка, сидят на берегу. Это не негритоски, это, блин, азиатки. Нет, они черные очень. Черные вещи. Они какие-то такие. Это откуда-то с Южной Америки быстрее. Видео, что ли, делают? Да, да. Видео, наверное, снимают. Угу. Угу. Видео снимают. Может быть, даже кубинки. Я им помехала тоже. Ай, ладно, поедем, не буду нас снимать. Не будешь сюда заезжать? Ага. Я им помахала, они мне помахали. Не, не буду, ладно, поехали на кладбище заедем. Налево. Куда ты поехал? Куда ты поехал, ё-моё, а? Туда и поехал, там развернул.